Все говорят, что женской дружбы не бывает, но я-то знаю. Почему я начала с этой песни? Потому что мы приехали сегодня к моей подруге, с которой мы дружим больше 35 лет вместе. Вот ее дом остался от родителей, от бабушки с дедушкой. Здесь мы увидим и современный быт, и быт, который остался от бабушки и дедушки. В красивом месте, живописном месте. Вот там дальше церковь, мы сейчас пройдем. Вот такая церковь. Здесь в селе, ну, мы подходить близко. Родительский кров здесь остался, луг. Здесь вот садит здесь картошку, деревья. Подсолнухи какие, смотрите, какие огромнейшие подсолнухи. Вот они. Ой, ну, большая голова. Вернемся в быт бабушки, дедушки, которые жили, моей подруги. Ну и подруга моя здесь выросла. Вот она, сразу начинается печка. Но это уже по-современному здесь побелено. Здесь открывается... Здесь заслоночка там такая, что ну, тепло здесь, идет уже. Или... Кровать старинная, вот она. И застелена. Так, как застилали раньше люди. Ну, а там печка. Печка и лежанка. Там вот лежаночка. Все аккуратненько здесь, побелено. Красота. Вот она. В народном стиле. Как вот здесь жили люди, так оно и осталось. Вот оно. Раньше наши матрешки такие. Уголок цветов, иконостас, деревянное кресло, буфет. А вот уголок бабушки, который остался на память. Смотрите, три прялки. Корзинка плетеная. Прялки действующие до сих пор. Вот она. Ступа какая. Пряник. Пряник или праники, как их правильно называли. Белье стирали. Ходили к ручью, на речку. Кувшины сохранились. Здесь тоже кувшины. Старинные. Вот. Здесь дальше думочки. Вот они. Сохранились какие вышивка, шкатулка, лапти. Это вот гладили белье раньше. Это гребень, который, вот, наверное, к прялкам нужно. Ну, и обозначить не могу, потому что не знаю, как это все обозначается. Инструменты к прялкам. Вот такой вот вышивка старинная. Это везет дровня, попугай. А это вот Филиппок, со сказки Филиппок, картина какая старинная. Ее восстановили, была он поморщенная такая. Наш Филиппок со сказки, которую мы учили. Вот такая вот комната сохранилась здесь моей подруги от бабушки. Она просто ее сделала комнату-музей. И правильно сделала. Прям приятно прийти, посмотреть. Вот, окунуться в старину. Ну, это не все, еще покажу, какие там еще есть. Возможно, старинные. Да, Никит? Интересно? Ну, вот, видишь, как мы приехали. Такую старину. Никогда не подумала, что в современном мире можно вот так вот дом оставить, да, в старинном таком образе. Да, полы же, полы, вот они, полы деревянные, которые моются этим веником таким, гальником моются. Вот они, желтенькие. И как они сохранились же хорошо. Вот такая вот красота. В деревне. Это музей целый. Село, да, Никит? Села. Да, это не деревня, а село. Вот. Ну, Филиппок мне это вообще... Надо, да, такой это портрет. Можно музей сделать без проблем. Так мама вот так это все старинное, как раньше. Можно музей
прялки. Прялки. Вот он, портрет Ленина. Сейчас мы посмотрим. Круглый стол. А это вот он, такой приемник. Сторон рабочий. Такой. Вот он. Круглый стол. Зона отдыха для гостей. Старинные портреты. А это выход печки. Тоже музей, только лишь на улице. Карета. Карета. Сидят женщина с мужчиной. Не знаю, как называется вот это. Хомут. Хомут называется. Это сиделка. Это вот хомут. Колеса. Это можно даже на этой повозке, Никита, ездить. Я вот знаю. Он, вот это хомут. Вот он. Вот для чего хомут. Хомут на лошадь одевают. Хочешь посидеть? Можешь залезть. Да? Залазь. Табуреточки остались, ступа, корзинка. Все как для музея подготовлено. Ну как, залез? Угу. Как? Это отпугивает кротов. Как тебе в ней, в карете? Хорошо. Нравится? Вот проехать, да? На, в этой повозке настоящей. Только лошади. Только лошади, нет, ну только бабушку. Вот. Красота. Вот, ты бы залез сюда. Здесь вот квасят помидоры, как огурцы, яблоки, как груши. Как квасят? Ну сюда засаливают. Вот они. А, кидают все, да, и засаливают. Да, это вот скамейки. Целую старинную сказку мы заехали, ага, да? Точно. Смотрите, там... О, настоящая, да. Я вижу. Вот они. Кедр. Сколько же ему лет, кедр-то? Больше 50. Думаешь? Так он начинает плодоносить после 40 лет. А-а-а. Смотрите, орехи. Настоящие, да? Да, это два. Здесь. Ну, вот он с прудиком. Где растут настоящие лилии. Я люблю старинные, Никит. Вот идем в сквер.